Кто ближний мой? Ну, насчет этого уж я лучше Иисуса Христа не отвечу. Вот так, да. Да. Каждый человек, с кем я соприкасаюсь, тот мой ближний. Самые близкие мои, самые полезные мои подчас, это две категории людей. Две категории. Или действительно друг, который, ну, настоящий, что бывает очень редко. Или мой настоящий враг. Враг. Это очень близкий мне человек. Почему? Потому что он своими враждебными действиями, словами и делами, и всем на свете, да, он открывает мне мои болезни. Вот меня начинают ругать, я начинаю злиться. Я думаю, ага, хорош, голубчик, христианин. Значит, тебя по головке надо гладить, да? Я так всем и говорю, я сразу узнаю, кто хороший человек, кто плохой. Кто ты? Правда? Хорошие те, которые меня хвалят. Плохой и дурак даже, который меня ругает. Все ясно. Вот так. Поэтому ближние наши и все наши так называемые враги и недруги, это наши, как сказал игумен Никон Воробьев, очень хорошо сказал, это наши бесплатные, драгоценные учителя, которые дают нам возможность увидеть, что в нашей душе только творится. А знаете, что творится в нашей душе? Потемки. Не тронь, а то пойдет вонь. Вот так. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо.